Школьный звонок. На этот раз он оповестил учащихся не о начале урока, а о начале взрослой жизни. Последний звонок услышали почти 1000 бийских 11-классников. Торжественные линейки прошли в каждой школе нашего города. Но только в одной из них старшеклассники перед школьным знаменем преклонили голову. Анастасия Исаева о трогательной церемонии. Кокетливые рюши на школьном фартуке здесь не найти. Строгая парадная форма и военная выправка – главные отличия выпускников кадетской школы. Лишь огромные белые банты выдают торжественный повод построения кадетов. Очень сложно прощаться. Знаю, что у тебя тут друзья, любимые учителя, которые тебя вели вот к этим экзаменам. Сложно. Радость, с другой стороны, волнение, скоро экзамены. Надеюсь, хорошо сдать экзамены. Заканчиваю золотой медалью школу. Ну, надеюсь, мне это пригодится в дальнейшей жизни. В этом году свою «Альма-Матер» покидают 22 кадета. Но сегодня на прощальной линейке не только выпускники. На плацу стадиона «Прогресс» выстроились 15 классов. А сейчас, конечно, эстафету 11-классников, во-первых, примут 10 класс, ну и примером они станут для наших младших кадет с 5 по 10 класс. Для этих школьников прозвенел не только последний звонок. Четко чеканя шаг, ровным строем 11-классники выстроились на церемонию прощания со знаменем. В 5 классе именно перед ним они давали клятву служить и учиться. А сегодня под бой барабана кадеты сняли головные уборы и преклонили колени перед символом школы. Впереди выпускников подготовка к экзаменам. Тем не менее, каждый уже спланировал свое будущее. Одни хотят уехать в другой город и связать свою жизнь с юриспруденцией. Другие твердо решили продолжать военную карьеру. Ну, для начала ЕГЭ сдать на хорошие оценки, потом дождаться вызова из военного училища и поехать в Благовещенск поступать на морского пехотинца. Мы тут научились строевым ходить, устав, немного знаем звания. Нам как бы легче поступать благодаря этому. То, что форма всегда, дежурство, наряды. Мы привыкли к этому, и нам будет легче. Вместе со школьниками волновались родители. Многие пришли посмотреть на своего повзрослевшего ребенка всей семьей и запечатлели момент прощания на телефон. Ой, да вот только в первый класс отводили, сейчас уже 11-й. Доченька у меня сама захотела в кадетскую. Видать, московские курсанты смотрела и сюда сама поступила. Да мне грустно. Какие могут быть еще чувства? Мне очень сильно грустно. То, что 11 класс, я уже всех люблю. Конечно, выпускники еще не раз сядут за парты. И на консультациях, и во время экзаменов. Однако пора уроков и перемен для них уже закончилась. Осенью они продолжат учебу, но уже в качестве студентов. Анастасия Исаева, Андрей Сигаев, «Будни». Последний звонок сегодня прозвенел и для выпускников Бийского района. Все они собрались в городском драматическом театре. В этом году в соседнем районе со школы прощаются больше 150 человек. В этом году у нас более 20 человек. Мы надеемся, что закончат школу с золотой медалью. Конечно, все результаты будут окончательно известны после того, как ребята сдадут единый государственный экзамен. Но мы уверены, что все они смогут подтвердить достойно свои результаты на экзаменах. В Бийском районе на протяжении 45 лет есть традиция. Выпускники школ собираются все вместе. Сегодня на юбилейном слете выпускников приветствовали первых учителей и классных руководителей. Поздравили главных помощников школы, родителей. А более 30 выпускников наградили за высокие достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности. Поздравили победителей спортивных, туристских и хореографических конкурсов. Настроение, с одной стороны, волнительное, потому что мы все волнуемся, а с другой стороны, немножко грустно. Мы все-таки закончили школу, всплакнем немножко потом, чуть-чуть. Да, очень грустно. Я плакала очень сильно, меня вся школа успокаивала, говорила, что это праздник, нужно улыбаться. Но это очень грустно, покидать родную школу.